Всем привет! Сегодня поговорим о еде, об одном из направлений современной гастрономии. Что такое молекулярная кухня для нас, мужчин? С вами я, Роман Харламов, это мужская программа. Мы начинаем! Такое понятие, как молекулярная гастрономия, придумал французский химик Эрве Тис в 1988 году. Однажды этот ученый в процессе экспериментов с едой, пищевыми добавками и реагентами получил настоящие виски. С этого момента и начались исследования в этом направлении. Сегодня я и шеф-повар Михаил Михайлов раскроем для вас все таинства молекулярной кухни. Итак, Миш, с чего начнем? Для начала мы начнем с малого, оденем фартук. Здесь даже кармашек есть, круто. Так, Миш, что такое молекулярная кухня? Молекулярная кухня – это своеобразное тенденционное направление в данный момент в современном кулинарном мире. Вот. На самом деле все намного проще, чем многие думают. Мы просто меняем текстуры. То есть привычные нам текстуры становятся немножко другими. То есть это из жидкого мы делаем твердое и так далее. Сегодня мы готовим тартар из телятины с пармезаном в разных текстурах. Я вам доверю, наверное, самую сложную задачу. Вы будете резать лук. Мама! Я продолжаю резать лук. Это на самом деле непросто. Такую добрую часть. Вот этого лук достаточно. Весь? Лук весь. Лук не помешает мясу. Мы его быстро больше подмаринуем. Лука. Больше лук. Теперь Роман предлагает снять пробу. Прямо сырой? Прямо сырой. Ну, мы слегка подмариновали его, если вы помните. Только что. Снимаем пробу. Для прям того, чтобы убедиться, да? Всего ли хватает. Или прям с луком захватить. Прям, конечно, это все, да? Конечно, конечно. Я бы, друзья, хватает. В принципе, так бы и ел бы. Вот стоял бы с этой кастрюлей, с этой миской бы, и отсюда бы и ел бы. Очень вкусно, очень вкусно. И соли, и перец. Соли хватает. Соли хватает. Сейчас мы приступим к оформлению тартара. Нужно делать все очень быстро, так как у нас здесь мороженое, чтобы оно у нас не успело растаять. И я объявляю новый конкурс в Инстаграм. Выложите свое блюдо, которое приготовили сами, напишите свой оригинальный рецепт, и о вас узнает вся страна. И вы получите приз в нашей следующей программе. Всем удачи! В состав молекулярного блюда тартар входят 100 граммов говядины, 20 граммов лука, соус вачестер, оливковое масло, сыр пармезан тертый, яичный желток, взбитый с трюфельным маслом, соль, перец, дижонская горчица. Итак, уважаемые мужчины, мы доказали вам, что это не вредно, а полезно для нас. Приходите, пробуйте. Всем приятного аппетита. Мы подвели итоги конкурса в Инстаграм женской программы. Кожаные перчатки и клатч модного темно-зеленого цвета получает Наталья за самый интересный комментарий, оставленный на странице Настасьи Поползиной. Итак, уважаемые телезрители, питайтесь вкусно и полезно. С вами сегодня были шеф-повар Михаил Михайлов, я Роман Харламов. Это мужская программа. Смотрите нас на Первом краевом. Увидимся через неделю. Пока! Снято! Слушай, Дим, пойдем, это нормально поедим, да? Можно два стейка и картошки фри побольше, пожалуйста, девочки, давайте, да?